Шевы. Пас от Сини. Еще одна передача. Потом Кейлов отдавал. А вот теперь бросок и... Что там произошло-то? Как не забил Беряев? Удивительно. Данил Беряев. Лучший момент пока что в этом матче. Давайте посмотрим. Вот здесь была неплохая атака у нижегородцев. И вот Веряев. Да он просто не попал. Попал в створ ворот. Да? Спитака расстреливал.